Здравствуйте, мальчики и девочки, комрады и комрадессы, с вами Иваныч, и немножко запоздало я решил сделать видосики по цивилизации Beyond Earth. Это, в общем, игра, которую ждали как продолжение легендарной Альфа Центавры конца 90-х годов, но, к сожалению, Альфа Центавра так и не вышла. Вместо этого вышла, в общем, полная конверсия игры «Цивилизация 5» с подзаголовком «Beyond Earth». Она обязательно заинтересует, во-первых, поклонников серии «Цивилизация», во-вторых, игроков, которые любят science fiction, научную фантастику, любят исследовать другие миры и в некотором смысле любят халяву, потому что «Цивилизация Beyond Earth», она, в общем, доступна даже в виде демо-версии, то есть можно ее на Стиме скачать совершенно бесплатно, посмотреть. Я вам буду показывать полную версию, естественно, я ее купил в день выхода, я даже бы сказал, я ее купил по предзаказу и начал в нее играть в день выхода. Вышла она 23 октября, так что если вам понравится игра на видео или вам понравится демо-версия игры, ну, в принципе, можно ее, конечно, купить за полную стоимость. В Стиме она стоит 1200 рублей, можно купить ее не совсем за полную стоимость. Я ссылочку дам в описании под видео, где ее можно купить дешевле, за 990 рублей. Я ее, кстати, покупал именно в этом интернет-магазине, потому что 200 рублей разница, как бы, ну, приятно, когда немножко дешевле покупаешь. Вот, ну и, в принципе, эта игра уже была на распродаже в Стиме, и я думаю, что еще неоднократно на распродаже появится, так что самые такие экономные мои зрители смогут, я думаю, в будущем, если им понравится эта игра, купить ее, ну, я думаю, заметно дешевле, чем она продается сейчас. Ну что ж, в сегодняшнем видео я вам буду рассказывать, ну, я вам покажу, как она начинается, и буду рассказывать, что и как я делаю. Благо тут, знаете, в начале самое, как бы, такое, ну, больше всего новых впечатлений получаешь от игры, конечно, когда она стартует, а дальше уже как-то начинаешь спокойно более-менее в нее играть. Вот, ну и в будущем я буду иногда вам показывать какие-то, знаете, продолжения той игровой сессии, которую я начну сегодня. Так что, как говорится, не переключайтесь. Итак, нажимаем одиночную игру, ну, нажимаем, естественно, настройки игры, потому что иначе она начинается хрен знает с какими настройками, возможно, с предыдущей игры, возможно, нет. Вот, ну и выбираем средний уровень сложности, ну давайте возьмем высокую сложность, что ли, для разнообразия. Скорость игры я выберу среднюю, может быть высокая скорость, тогда все, что происходит, оно происходит очень быстро. Можно выбрать марафон, тогда вы будете играть в нее, наверное, неделю с утра до вечера. Вот. Ну и размер карты я, пожалуй, выберу маленькое, потому что, ну, иначе, чем больше размер карты, тем большим количеством городов вам приходится управлять, на это уходит просто очень много времени. Вот. Ну, наверное, надо полностью сделать полный обзор этой игры, рассказать, что в ней хорошего есть, что в ней плохого. Может быть, тоже я в будущем, в недалеком, это сделаю. Было бы, как говорится, время. Итак, выбор спонсора. Как вы видите, в левом верхнем углу, что такое спонсор? Спонсор — это посадочный модуль. Мы как бы прилетели к далекой звезде на огромном космическом корабле. На этом космическом корабле существуют различные фракции. Вот, ну, фактически это нации. То есть Славянский Союз — это русские, паназиатские. Азиатская ассоциация — это китайцы, протекторат ковиды, понятия не имею, кто-то такие, Бразилия, даже не представляю, кто это такие, Африканский Союз — это просто тупо негры, АПК, как ни странно, это США, почему они АПК, я не знаю, Полистралия — это австралийцы, Франко-Иберия — это французы. Собственно говоря, здесь мы выбираем, за какой посадочный модуль мы будем играть. То есть, на самом деле, тут надо смотреть, ну, можно, конечно, из патриотических соображений выбрать русских, Славянский Союз, я так неоднократно делал уже, 100-500 раз эту игру уже прошел, мне она очень, как я уже сказал, понравилась. Но тут надо, конечно, смотреть, что, какие бонусы дают те или иные нации. Например, орбитальные юниты остаются на орбите на 20% дольше, и первый созданный юнит дает бесплатную технологию, ну, я бы сказал, что это немного. И мне очень нравится паназиатская ассоциация. Я считаю, что она абсолютно дисбалансная, потому что плюс 10% к производству и строительству чудес, ну это еще более или менее, да, 25% скорости рабочих, это прекрасно. Если вы, так скажем, культурно имболюб, я рекомендую паназиатскую ассоциацию, конечно. Если вы являетесь
Патриотом, соответственно, Славянский Союз. Протекторат ковид и города и аванпосты растут в 2 раза быстрее. Я не уверен, что это как-то очень нужно, но это, знаете, надо именно за них специально поиграть и посмотреть, как по ощущениям, имба или не имба. Плюс 10% к боевой мощности, я считаю, что это не очень важно. В принципе, в этой игре можно даже не воевать. То есть, если вы хотите именно за счет доминирования победить в будущем, ну, я надеюсь, что такое игра цивилизации, вам рассказывать не нужно. Да? Ну, в любом случае, вы это скоро увидите. Если вы хотите доминируем победить, то, в принципе, можно и за Бразилию, наверное, поиграть. Африканский союз плюс 10% к пище внезапно, да? У африканцев плюс 10% к пище. Я не знаю, с чего вдруг. Вы когда-нибудь видели сытого африканца? Если это не американский африканец, африканский американец, да? То есть, ну, не похоже. Если жители здоровы, кстати, здоровье это, ну, я не помню, как это называется в цивилизации, это аналог счастья. Ну, соответственно, я вам могу сказать, что в цивилизации Beyond Earth проблема в том, что наше население просто перманентно несчастливо, ну, или в данном случае нездорово, поэтому мне кажется, что плюс 10% пищи африканцы не получат никогда. По-моему, это троллинг со стороны разработчиков игры. АПК. Тайные операции проходят на 25% быстрее и создают на 25% больше интриги. С одной стороны, говорят, что это ни о чем, да, особенно американцы это почему-то говорят в своих обзорах на Ютубе и в своих статьях в различных игровых журналах. Но я могу сказать, что тайные операции приносят столько бабосов, и если они просто на 25% будут больше бабосов приносить, мне кажется, это уже, в общем, достаточно неплохой бонус. Полистралия, в столице доступны 2 новых торговых пути. Торговые пути, конечно, очень важны, но то, что они именно вот в столице 2 доступны, ну, в принципе, как бы не звучит как Epic Win. Если вы играете на маленькой карте, мне кажется, что это дает очень большой бонус. Если вы играете на большой карте, у вас очень много городов, то мне кажется, бонус этот микроскопический. То есть этот бонус должен был бы варьироваться. Правда, я, честно говоря, только на средних картах играл. Я не знаю, может быть, если на маленькой буду играть, там будет один торговый путь, а если на огромной карте, то там 4. Я не знаю, это надо пробовать тоже. Я не пробовал на разных картах играть, не знаю, меняется эта цифра или нет. По идее, должна меняться, потому что для мелких карт это может быть даже и имба, а для крупных это ни о чем. Ну, бесплатная технология за каждых 10 направлений развития. Я не очень понимаю, что такое направление развития здесь в данном случае. Тоже надо смотреть, что они имеют в виду. Я рекомендую Паназиатскую ассоциацию. Ну, раз я вам ее рекомендую, да, наверное, ее и надо выбрать. Нажимаем далее. Следующий, видите, квадратик мы теперь выбираем. Выбираем поселенцев. Чего будет нам давать? Плюс 2 колбочки науки в каждом городе. Ну, в принципе, я как, знаете, человек, который играет в цивилизацию с давних пор, я, в общем, привык к тому, что я играю за русских, и у русских почему-то всегда бонус к науке был. Или я, может быть, путаю с Альфа-Центаврой. Наверное, с Альфа-Центаврой путаю конца 90-х годов, где русские были учеными именно. Вот, поэтому я, в общем, в первые разы играл с бонусом к науке, с бонусом науки, в принципе, забавно. Я бы не сказал, что плюс 2 к их пище это как-то круто. Аристократия, в принципе, достаточно интересна, потому что плюс 1 здоровье в каждом городе. Я уже вам говорил, что здоровье здесь очень и очень важно. И в этом плане аристократы очень и очень интересны. Другой уже вопрос, что художники еще интересны, потому что у них плюс 2 единицы культуры. Здесь культура очень важна, но об этом немножко позже. Я, в общем, достаточно смутно помню цивилизацию пятую, поэтому не могу вам точно совершенно сказать, вот насколько важна была культура именно в цивилизации. В Beyond Earth она очень важна. То есть, в принципе, мне кажется, что художники интереснее, чем аристократы. Как я уже сказал, что за счет тайных операций можно фармить огромное количество денег, а деньги у нас в Beyond Earth — это единицы энергии. В принципе, точно так же, как в Альфа Центавре в свое время. Ну и инженеры, в принципе, тоже очень хороший вариант. Плюс 2 единицы производства в каждом городе. То есть все ваши новые города, у которых, ну, просто тупо нет единиц производства, практически они будут очень быстро все строить. То есть в этом плане очень интересно, но я возьму художников. Следующее — выбрать корабль.
Итак, есть различные фичи. Ну, во-первых, показать линии побережья на карте, вы будете точно знать, где что вообще находится, где как вообще очерчиваются континенты и острова на вашей карте. Это удобно. То есть это в плане там планирования, да, то есть вы даже не открывая карты, исследователи можете точно знать, куда вам там отправиться. И вообще точно знать, куда отправить ваших исследований. Инвертирование двигателей — более широкая область, в которую можно построить первый город, а также увеличенный радиус видимости в начале игры. Ну, хрен знает, мне кажется, что это полная лажа, конечно. Тектонический сканер. Вы узнаете, где находится нефть, титан и геотермальные источники. То есть, если вы видите, что там есть клетка с геотермальными источниками недалеко от конкурирующей фракции, можно побыстрее в ту сторону начать развиваться, ну и захватить все ценные ресурсы. Таким образом, в принципе, да, дает преимущество определенное. Ну, плюс 100 единиц энергии вначале неинтересно. Показать гнезда инопланетян на карте. Ну, я, пожалуй, возьму вот эту вот тему. Она позволяет находить вот эти самые гнезда инопланетян, все-таки мы там в чужой мир прилетаем, и, по крайней мере, их наличие не будет для вас сюрпризом, это очень приятно. Инопланетяне рядом со своими гнездами будут вас атаковать, поэтому, ну, чтобы туда не подставлять своих исследователей, это очень-очень удобно. Ну и выбрать груз, тоже очень интересная штука, что мы будем иметь в нашем посадочном модуле. Ну, гидропоника в первом городе у нас будет на одного жителя больше, я считаю, что это полная фигня. Лаборатория. В начале игры у вас уже есть инновационные технологии. Это самая дешевая технология, которую можно открыть в начале после старта игры. В принципе, вы ее прекрасно откроете и сами. Кстати, именно ее, по-моему, и нужно открыть в начале игры, потому что она самая важная, но это мы скоро посмотрим. Сырье. В вашем городе есть клиника. Клиника, да, ну, прикольная, хорошая постройка, полезная, нужна. В начале игры у вас есть один солдат, тоже считаю, что очень хороший вариант, тоже его можно выбрать, как бы, хороший. Ну, и в начале игры у вас есть один рабочий юнит. Я считаю, что вне конкуренции, то есть иметь рабочий юнит очень-очень полезно. Ну, либо можно одного солдата. Солдат может сразу начать прокачиваться, сразу начать отстрел инопланетян, а за их отстрел можно всякое интересное получать, и об этом я вам тоже скоро расскажу. Я возьму один рабочий юнит. Далее выбираем планету. В принципе, сканировать космос, что это значит? Я так понимаю, что мы просто меняем вот эти вот, как генератор случайных чисел, либо можно сделать случайный мир, либо можно продвинутые планеты. Это у меня стоит дополнение уже к цивилизации Beyond Earth, поскольку я делал предзаказ, у меня есть дополнение продвинутые планеты. Я не знаю, честно говоря, сейчас с этим сейчас с продвинутыми планетами продается цивилизация Beyond Earth или ее уже нельзя купить. В принципе, ну, на мой взгляд, ничего интересного в этих продвинутых планет нет. Можно взять любую планету. Я люблю, конечно, играть землеобразные планеты, то есть планета с несколькими большими континентами и островами поменьше. Ну, если вам больше нравится с одним огромным, например, континентом или с кучей мелких островов, ну, пожалуйста, как бы есть другие варианты. Вот, ну и дальше нажимаем кнопочку «Старт» и, собственно говоря, начинается игра. Нажимаем круглую большую кнопку зеленую и опускаемся на нашем посадочном модуле. Мы можем, соответственно, левой кнопкой мыши удерживать карту на месте и ее вот так вот двигать. Ну и, соответственно, выбираем то место, куда мы хотим сесть. В принципе, я не знаю, как это устроено в Beyond Earth, но, насколько я помню, что в цивилизации для того, чтобы возделывать всякие океанические клетки, нужно было, чтобы город стоял именно на берегу океана. И в ранних цивилизациях, в которые я играл, тоже было всегда полезно ставить город рядом с рекой. Поэтому я, естественно, выберу то место, которое я считаю наиболее для этого приспособлено. Я как-то, несмотря на то, что достаточно много играл в Beyond Earth, я как-то не считаю себя мега-специалистом в этой игре. Вот, поэтому многое в этой игре для меня, в общем, становится сюрпризом зачастую. Здесь вы видите, есть гнездо инопланетян в правом верхнем углу, такая вот возникает масса, это подсказка здесь.
Можно настроить внешний вид, можно, например, отключить ресурсы, но ресурсы я всегда включаю, потому что тут все так богато раскрашено, что я их зачастую пропускаю. Артефакты, если вы будете находить, тоже полезно иметь эту галочку. Производительность, это, собственно говоря, вот эти вот клеточки, можно так наводиться на отдельные клетки, и вам тогда в правом верхнем углу будет подсказочка. Можно все это, естественно, включить. Можно включить сетку карты. Карта, как вы понимаете, гексагональная, точно такая же, как и в последних версиях цивилизации. Ну и можно показывать торговые пути. Торговых путей у меня нет. Я обычно всю эту фигню включаю, и при этом все выглядит, может быть, не так красиво, как с отключенными там клеточками и так далее. Ну, мне как-то так, знаете, привычнее на самом деле. Ну и начинаем исследовать новый мир. Берем нашего исследователя. В левом нижнем углу написано, что это исследователь. И начинаем ходить. Я бы сказал, что я не рекомендую ходить сразу на много-много-много клеточек. То есть я рекомендую ходить поштучно, потому что так иногда бывает, что вы куда-то прибегаете на две клетки, и там уже вас ждут инопланетяне. Лучше, конечно, под инопланетян лишний раз не подставляться. Здесь мы, естественно, построим ферму, получим плюс один к еде. Точно так же, как и в цивилизации, дороги, наверное, особо строить поначалу не имеет смысла, потому что они стоят денег, их содержание. Ну, поэтому пока не буду строить, пока не буду знать, в какую сторону у меня будут развиваться города. Самое интересное начинается, когда мы выбираем исследование. Как вы знаете, в цивилизации исследование дерева, исследование у нас плоское и в одну сторону развивается. Здесь у нас такая структура, так скажем, ну, в виде такой паутины, то есть есть центр, откуда мы развиваемся, и развиваемся мы радиально в разные стороны. На первый взгляд кажется достаточно сложно, я могу сказать, что на второй взгляд тоже кажется очень и очень сложно. Потому что, ну, в цивилизации это было как-то удобнее, когда вот такая более-менее плоская одномерная структура, когда она 2D-структура такая полностью, это не очень удобно. Что нужно исследовать в первую очередь? В первую очередь нужно, конечно, исследовать первооткрывательство, то есть иметь возможность строить поселенцев, на мой взгляд. То есть оно достаточно долго открывается, 27 ходов, как видите. Вот, ну и в принципе здесь также есть торговый конвой. То есть если мы найдем какую-нибудь другую цивилизацию, я уж извините, буду цивилизаторскими терминами немножко пользоваться, вот, либо мы найдем какие-нибудь станции нейтральные, то мы сможем с ними торговать. Очень полезно это все. Вот, ну для этого нам надо будет построить торговый склад, и уже можно будет после этого начинать строить торговые караваны, как бы они там ни назывались, и уже торговать с различными либо городами других фракций, либо станциями. Здесь все кажется достаточно сложным, но, во-первых, есть здесь у нас поиск, то есть если вы что-то интересное в игре нашли и забыли, где оно находится, в принципе, это можно здесь найти. То есть если я, например, ракетную батарею хочу найти, я помню, что ракетная батарея нагибает, я просто ввожу в строке поиска ракетная батарея, ракетный планетоход, все прекрасно, и, соответственно, он нас на эту... То, что мы искали, в ту сторону двигает. Вот, плюс есть сортировка. То есть, если мы хотим, например, не знаю, узнать, что нам нужно открыть, чтобы повысить здоровье нашей нации, мы просто выбираем здоровье, и вот он нам показывает всякое, что нам нужно развивать для того, чтобы найти здоровье. То есть, ну, ближайшая постройка, которая нам поможет повысить здоровье, это, собственно говоря, генетика. То есть вот мы здесь можем клеточный инкубатор, например, открыть и построить его, и у нас будет даваться плюс одна наука и плюс один здоровье. Вот самое интересное, почему я вам это рассказываю, это вот эти вот три штучки. Гармония, праведность и превосходство — это три направления развития нашей, ну, назовем это цивилизацией. То есть, если мы, например, выберем гармонию, я, наверное, вам буду показывать, как играть за гармонию, потому что она самая такая забавная в игре. Вот оно как раз мы можем совершенствовать гармонию и получать специальные уникальные фишки.
Все это зависит от того, какую мы развитие выберем, будет зависеть отношение других цивилизаций к нашей империи. Итак, начинаем строить. Я думаю, что надо построить вначале исследователя, ну, чтобы быстрее исследовать окружающее нас пространство. Нажимаю следующий ход. У нас тут будет небольшая фора, к счастью, нам дается, то есть... мы не сразу обнаружим другие спускаемые модули, то есть какое-то время нам дадут поиграть самим, поисследовать всякое, то есть это удобно, приятно на самом деле. Вот, всякие тут, видите, фероксид я нашел, клетку с фероксидом, клетку с грибами, клетка с хитином, то есть тут есть всякая там, медь, антигравий, то есть тут всякого интересного есть. В отличие от цивилизации, где типа все реалистично, здесь у нас все ни хрена не реалистично, здесь у нас все научно-фантастично. Вот, можно атаковать противников, которые шарятся рядом с вашими городами. В принципе, сейчас это особого смысла не имеет, но в будущем атака противников, она будет иметь смысл, просто поверьте. Вот, ну, этого я вам все тоже покажу. Здесь я что-то нашел, базальт, да, ну, базальт нам пока не нужен. Продолжаю исследовать, юнит ждет приказа, собственно говоря, вот он. Вот нашел я здесь миазма. Миазма — это такой инопланетный газ, который наносит в начале игры повреждения юнитам. В принципе, его потом по ходу игры можно вот эти все миазмы удалять. Можно построить, например, орбитальную станцию, которая будет рассеивать миазмы вокруг себя. Можно будет потом миазмы, так скажем, поставить на службу вашей цивилизации и наоборот построить орбитальную станцию, которая будет концентрировать миазмы. И, в принципе, игра, она вот такая вот, она разная. Мой город имеет какое-то, наверное, китайское название. Не очень большой мне дали фору. Приземлились. Протекторат ковиды. Не могу вот по внешнему виду женщины определить, к какой она относится фракции, кого она изображает. Ну, с ней пока можно только попрощаться. Ну и, наверное, надо здесь построить шахту, мне как раз подсказывает компьютер, что именно шахту он от меня ждет. Ничего здесь пока интересного не нахожу. Хотелось бы найти какую-нибудь халявку. Строим шахту. Бегаем исследователем, завершаем ход. Во, выбрать направление развития. По мере того, как мы прокачиваем свою культуру, 21 очко из 20 нужных я уже набрал, соответственно, я сейчас выбираю направление. Мы можем прокачивать различные направления развития нашей цивилизации. Я бы вам посоветовал вначале качать силу. Во-первых, вы получите... будете получать плюс 50% к опыту за боевые действия, прокачав вот этот следующую квадратик, вы получите плюс 25% к мощи в ближнем бою и дальнобойной мощи против инопланетных форм жизни, но это мало интересно. А вот следующее действительно интересно. Вы за уничтожение инопланетного будете получать 100% от его силы в виде науки. Просто вы будете уничтожать инопланетян, получать за это науку. Вы будете уничтожать гнезда инопланетян и получать за их уничтожение науку. Я считаю, это очень, ребята, полезно. Также, в принципе, достаточно полезно вот предвидение, это плюс 10% науки при хорошем здоровье. В начале игры оно, опять же, очень полезно в том плане, что, ну, в начале игры у вас хорошее здоровье как раз у вашей нации, и вы все-таки какие-то, знаете, плюс 10% бонуса будете при этом получать. Промышленность, плюс 10% к производству зданий, ну, тоже, в принципе, это все интересно, но я вот, пожалуй, пока буду прокачивать себе силу. Юнит ждет приказа. Вот, мы нашли, кстати, заброшенное поселение. Заброшенное поселение мы своим исследователем можем исследовать. Но, к сожалению, в этот раз пока не сможем, потому что туда прибежали инопланетяне, к сожалению. Так, построили мы
исследователя. Теперь мы будем строить реликвию старой земли. Это позволит нам быстрее повышать количество культуры, которую мы генерируем. Соответственно, мы сможем быстрее прокачивать направление развития и, в общем, культуру здесь желательно качать как можно быстрее. Юни ждет приказа. Я, пожалуй, пропущу оставшиеся очки. Здесь надо, наверное, немножко отойти. Я не знаю, сюда встану. Здесь интересно, бонус есть за то, что я стою в холмах или нет? Ну, к защите. Ага, я что-то нашел. Обломки спутника мы увидели. Ну что ж, давайте отправимся за обломками спутника. Здесь есть всякие вот эти вот подсказочки, можно по ним щелкнуть. Теперь у меня тягун расширился вот до 3-го уровня город. Первое открывательство. Я все же, знаете, жду, когда торговый склад можно будет построить. И когда я найду какой-нибудь, знаете, какой-нибудь аванпост. Я надеюсь, меня не грохнут здесь. А, на меня напали. А, нет, на меня не напали. Слава богу, это я просто навелся на них. Ха-ха-ха, я думал, я сейчас потеряю своего этого экспедитора. Ну окей. Ставим экспедицию. Я так и не понял, как нападают на самом деле инопланетяне. Так как-то это, я не знаю, не то чтобы рандомно это делают, но я не очень вдупляюсь. То есть, ну, если там рядом с их гнездами шаришься, они практически всегда нападают. А когда там где-то вдалеке бегаешь, они вроде как-то ведут себя довольно-таки мирно, на самом деле. Вот. Ну, я собираю здесь еще вот эту вот клеточку облагородить. Если там что-то можно построить, по-моему, да? Можно построить плантацию. Плюс один... мне дадут еды. Ну, прекрасно. Построим плантацию. Там у меня стоит исследователь на исследовании. Меня пока не атакуют, слава богу. Будет жалко потерять исследователя, потому что опять его тогда придется строить. Исследователь-то нужен. Так, наша исследовательская визиция за сложное поселение. 30 культуры. Прекрасно. Сейчас мы немножко подразовьемся. Вот. Ну и спутник мы нашли. Добавили плюс 20... производству в городе. А что я там производил, главное, я не помню. Ну и слава богу. Производил, наверное, что-нибудь. Так. Уровень культуры повысился. Следующее мы... Я, в общем, хочу вот это вот прокачать в первую очередь. А потом пойти мочить инопланетян и, соответственно, фармить науку. Вот. Ну, в принципе, я не знаю. Давайте вот это прокачаю. Халява плюс 10% к науке, это же прикольно, да, тоже? Это же тоже прикольно, да? Все, больше прокачивать не могу. Так, решение я должен принять. Время культуры, решение по заданию. Так, значит... Франко-Иберия не смогла добраться до этой планеты, а там разбился их модуль. Однако при этом мы, скорее всего, загрязним ксеномассу. То есть мы можем не рисковать, бросить зонд и получить бонус к гармонии, это которая в левом верхнем углу. Либо мы можем восстановить зонд, но тогда бонус мы не получим к гармонии, а к праведности и превосходству. Я уже сказал, что я буду за гармонию играть, да, поэтому я зонд не буду бросать. Вот. Теперь мы можем извлечь обломки из озера Ксеномассы, получить плюс 12 очков в гармонии. Вот, тут тетенька что-то рассказала, я это все прослушал. Какой была жизнь на Земле, когда атмосфера была пригодной для дыхания? Вот, ну они как бы намекают, что они не просто так улетели с Земли, там уже теперь и атмосфера непригодна для дыхания. Достигнут уровень 1 совершенства гармония. Уровень агрессии инопланетян возвращается к нейтральному вдвое быстрее. Я не понимаю, что такое уровень агрессии инопланетян на самом деле. Доступна модернизация юнитов. Ну окей, видите, мне гармония прокачалась. Вот. Тут всякое можно посчитать, что третий уровень гармонии, я сейчас пока на первом только уровне, третий уровень гармонии, юниты, находящиеся в миазме, теряют на 5 единиц здоровья меньше. То есть, когда мы находимся вот в этом газу, который здесь на некоторых клетках встречаемся, наши юниты получают повреждения. То есть, если гармонию прокачать,
до третьего уровня, то юниты будут получать меньше повреждений. Вот. И если шестой уровень, то юниты, находящиеся в миазме, уже восстанавливают 5 единиц здоровья. То есть миазма к шестому уровню гармонии становится просто тупо полезной. Вот, ну и так далее. Например, на 11 уровне наши агенты смогут проводить спецоперацию «Вызов червя» и атаковать вражеские города. В общем, достаточно прикольненько. Так, теперь нам нужно нашего исследователя отправить обратно. То есть здесь, в принципе, находится артефакт, пишут, что мы можем его исследовать. Но у нас есть модуль экспедиции внизу, такая вот счетчик. Он у нас на нуле. То есть для того, чтобы он был не на нуле, его нужно немножечко прокачать. Не прокачать, его нужно обновить, то есть чтобы вот зайти в город, и при этом этот счетчик восстанавливается. Доступна у нас модернизация юнита, здесь выбрать абсолютно ничего нельзя, то есть в будущем мы сможем выбирать в зависимости от того, какой у нас, какой путь развития мы выбрали, но пока он, в общем, общий. То есть мы можем либо плюс 15 к атаке получить, плюс дополнительное восстановление очков здоровья в случае, если юнит находится на борту корабля. Ну, блин, естественно, плюс 15 к атаке лучше. Вообще проблема этой игры в том, что она дает такой, знаете, выбор без выбора. То есть, ну, зачем брать плюс 5 очков здоровья для корабля, я просто, знаете, теряюсь на самом деле. То есть кому это может когда-либо понадобиться. Итак, выбираем следующий проект. В принципе, скоро у нас уже первооткрывательство будет открыто, да? 4 хода у нас клиника. Давайте клинику построим, пока мы не можем строить поселенца. Вот, в принципе, нам нужно построить какой-то боевой юнит, чтобы уже начать готовиться к фарму инопланетян. К фарму науки с инопланетян. И, в принципе, как бы после этого нужно уже строить поселенца, я так думаю. Так, вот почему-то исчезла оттуда возможность исследовать. Мне кажется, что это какой-то баг игры, то есть там ее и не было, скорее всего. Так, давайте отправимся тогда лучше исследовать. Ох ты, как тут они бегают-то активно. Давайте сюда сбегаем. Надо искать новое место для нашего будущего города, естественно. Выберем направление развития. Следующим мы уже откроем прочистку и сможем фармить науку при уничтожении инопланетян. Ой-ой-ой. Не хотелось бы, чтобы они нас скушали тут. Блин, а что так? А что так только на одну клеточку мы походили? А что так слабо-то? Печально. Я не ожидал, что так резко все закончится. Решение. Мы построили реликвию Старой Земли, и нам сообщают, что она стала причиной раскола среди граждан. Кто-то считает, что она дарит утешение людям, а кто-то считает, что в ней заключена мудрость, которую нужно изучать. В общем, тут фишка такая, что одни фракции нас будут любить за то, что мы относимся хорошо к Старой Земле, да, а другие фракции будут нас за это ненавидеть. Вот. Но если мы, например, сохраним реликвию Старой Земли в неприкосновенности, все реликвии не будут требовать энергии на содержание. А если мы откроем доступ к реликвиям, то они будут генерировать плюс один дополнительно к культуре. Я считаю, что культура важнее, чем энергия. То есть очки культуры и более ускоренное развитие цивилизации, оно важнее, чем дополнительные деньги. То есть я поэтому всегда открываю доступ к реликвиям Старой Земли для публики. Вот, ну, вот я как-то вот так вот выбираю развитие. Здесь допрыгаем до этой вот замечательной горочки. Надеюсь, меня инопланетяне там не грохнут. Вселенной свойственно либо развитие, либо хаос. Мы выбираем развитие. Ну вот мы выбрали, да, развитие типа. Ну и выбираем новую, новую науку. Чего выбрать, не очень понятно. Рейнджер здесь, боевой юнит.
Рейнджер, кстати, боевой юнит дальнобойный. Вот, он полезен при атаке на всяких крутых инопланетян и, естественно, на другие фракции. Здесь боевой планетоход. Боевой планетоход — это не дальнобойное оружие. Экология. Тут, в принципе, видите, есть подсказки. Это военный советник подсказывает, это экономический советник, это научный советник. Научный советник, естественно, хочет строить науку. Давайте вот генетику выберем, научного советника послушаемся. Вот. В принципе, это удобно с той точки зрения, что если вы хотите там больше науку развивать, слушайте научного советника. Выбираем торговый склад. Нет, поселенца, наверное, надо выбрать, да? Потому что торговать-то нам не с кем. До вот этого города, который находится черт знает где, наши торговые караваны, конечно, не дойдут. Что-то мне подсказывает, что тут мне будет тяжело пробраться через инопланетян. Поставим на ремонт пока что наш юнит на лечение. Вот следующий модуль опускается. Ну, вот, собственно говоря, негры. Попрощаемся с африканцами. Пока с ними нечего абсолютно обсуждать. В принципе, нужно построить, наверное, второй город, а потом уже начинать строительство каких-то боевых юнитов и уже начинать тут шуровать как следует. Морского пехотинца как раз мы сможем строить удачно. Решение. Ага. Значит, мы можем построить либо... мы можем выбрать либо форт Барса, который появится недалеко от нашей территории, либо церковь Зари. Форт Барса будет давать деньги и производство, а церковь Зари будет давать пищу и культуру. Давайте пищу и культуру, да, чтобы быстрее развиваться. Так, давайте тогда все переиначим, пожалуй. Давайте начнем с морского пехотинца, пожалуй. Займемся вплотную инопланетниками. Прекрасно, мы уничтожили их гнездо, там, потому что его никто не охранял. Повезло, так повезло. Единственное, что мы еще пока не прокачали себе вот эту вот няшечку, и поэтому не получили за уничтожение 60 единиц науки. Это печально на самом деле. Ну да ладно. Я думаю, инопланетяне меня больше не будут любить. О, нашли халявку. Капсула с ресурсами. Сейчас мы туда пойдем. Следующий ход. Капсула. Чувак, ты тут шаришься рядом с нашей капсулой, ты это знаешь? Так, надо как-то больше гелиоприемник. А у нас гелиоприемник есть, готовый к запуску. О, прикольно. Давайте запускать. Ну а так мы запускаем орбитальные юниты. Вот, висит у нас спутник. Для того, чтобы переключиться обратно на нормальный вид, включить вид с орбиты или обычный. Ну, переключаемся обратно. Все, следующий ход. О, еще одна фракция. How may the corporation serve you? Это АПК, это американцы. Окей. Ну, в начале игры с ними нечего обсуждать, к сожалению. Есть американцы, нет американцев.
приземлились они, не приземлились, ни на что не влияет. Руины предтеч. Я даже успею к ним подбежать пораньше. Вот, ну и если мы всякие там руины находим рядом с территорией других фракций, если мы строимся рядом с другими фракциями, эти другие фракции начинают нас люто ненавидеть, естественно. Вот, ну, я, естественно, собираюсь их исследовать в любом случае. Так, нам бы нужно, не знаю, какие-то... Как-то чего тут есть? Ксеномасса, равнина. Давайте туда будем улучшайзингом заниматься в ту сторону. Выбрать направление? Прекрасно. А вот теперь я могу заняться истреблением инопланетян. Вот, ну и, соответственно, к инопланетянам тоже разные фракции по-разному относятся. Есть фракции, которые там ненавидят инопланетян, есть фракции, которые их любят. Ну и если вы, например, не будете, будете, наоборот, истреблять инопланетян, то какая-нибудь фракция вас может возненавидеть. Австралийцы, собственно говоря, ну, типичный австралийский представитель. Строим фермы. Строим экспедиции. О, здесь тоже вот как-то все у них. Прямо рядом с гнездом инопланетян. Здесь это все находится, заброшенное поселение. Будет тяжело там, конечно. Поставлю тоже его на авторемонт, чтобы больше хпшечки было, чтобы меня это не сразу убили. Что-то долго думает компьютер. Город у меня растет. Армия строится быстрее. Надеюсь. С ростом города. Следующий ход. О, давайте сотрудничать. Что дает, не знаю. Как посмотреть? Ух ты. Во время исследования руин предтеч несколько ученых, входивших в состав экспедиции, были сражены одновременно возникшим перед ним видением. Огромное устройство в виде важного размера больше, чем город. Видение было столь отчетливым, что ученые даже смогли подробно рассказать о нем. Это позволило бесплатно понять уровень совершенства на один уровень. Во что такое уровень совершенства, сейчас узнаем, наверное. Убедитесь, что у вас именно те солдаты, которых вы хотите. Уровень совершенства. Это уровень совершенства? Или это уровень совершенства? О, все там закончилось. А, гармония. Вот гармонию выбери, все. Вот что такое уровень совершенства. Прекрасно. Этим утром я увидел птиц, летящих над равниной. Услышал звук струящейся воды, смешивающейся с утренним гомоном. И зарыдал от созерцаемой красоты. Итак, выбрать исследование. Рабочая баржа. И нифига. Нет, неинтересно. Физика рейнджер. Боевой планетоход. Торториевый реактор. Ионная мастерская. Давайте инженерное дело, что ли. Тут тоже няшка. Советник по науке предлагает отдельное, чувствуется. Юнит ждет приказа. Слушайте, здесь такая толпа этих инопланетян. Я не знаю, как мне туда попасть-то. Ну, давайте пропустим ход пока. Нет, встанем сюда. О, еще одну нашел капсулу с ресурсами. Открытые границы. Ну давайте, мы друг друга больше будем любить и меньше шансов, что у нас будет война. Неожиданная для меня. Так. Поехали, поехали. 70 энергии. Лучше бы дали что-нибудь другое. Вроде у меня с энергией все нормально. 325, 11 вход идет.
Юнит ждет приказа. А, собственно, да, построить загон или выгон. Загон или выгон. Ну что, рискнем? Меня, наверное, убьют сейчас. Это будет печально. Я потеряю хороший юнит. Полезный. Ой-ой-ой, бегают вообще такие. У меня модуля экспедиции нет. Бляха-муха. Вот печалька. Их же надо это пополнять. Ну, теперь мне надо добежать до своей этой. До своего города и там все это пополнить. Укрепимся до излечения, чтобы меня в случае чего никто не грохнул. Отправимся сюда. По инопланетянам можно было пострелять, но я что-то не хочу их пока злить. Потому что там, где я шарюсь, их что-то дофига очень. У меня еще первый боевой юнит мой не готов. Так. Вот здесь всякое есть. Нужно найти 3 из 2 капсул с ресурсами. Окей. Основать аванпост. Ну, это мы тоже сделаем когда-нибудь. Про какую-то ложу Калпера информация. Так, значит так. Давайте поселенца теперь. А, давайте. Ну хорошо, давайте не поселенца. Давайте вначале все-таки торговый склад, потом торговые конвои, а потом уже поселенца. Так, исследователь. Где исследователь? Я что-то не понял. А, вот он, исследователь. Ой, вот эти чуваки стреляют на расстояние. Морской пехотинец. Окей. И будем расчищать, наверное, дорогу к церкви Зари, да? Чтоб туда нормально у нас конвои доходили. О, рядом со мной. Это неприятно. El pueblo unido de Sudamérica le da la bienvenida. Южная Америка, бразильцы прилетели. Прямо ко мне. Прямо вот. Буквально прямо. Слишком близко от меня. Так, юнит ждет приказа. Равнина. Ну, давайте здесь пока что. Давайте заатачим. Да. О! Ой-ой-ой. У меня могут быть проблемы. Хе-хе-хе-хе. Где у меня? Во, плюс 8 такая циферка поднимается. Как бы намекая. Вот. Дисциплина. Можно сразу же отремонтировать. Мгновенно мы ставим 50 очков здоровья. Либо можно прокачать. Естественно, я прокачаю. Встану на ремонт. Еще одна капсула. Такой кратер тут интересный. Учите детей мечтать об игрушках и сладостях. Учите их мечтать об удобной инфраструктуре. Ну да, когда я был ребенком, я всегда мечтал об удобной инфраструктуре. Это понятно. 50 единиц науки дали. Это круто. Выбрать исследование. Обсерватория, рейнджер, инженерное дело.
Боевой планетоход. Обработка, да, ракетный планетоход, да. Ну, это что-то долго исследовать. Обсерватория тут есть. Давайте, раз научный советник-то предлагает, почему-то не согласиться. Давайте выбираться из этого проклятого места. Станция Новый Вавилон. Плюс 3 культуры. Это где я ее нашел-то? Так, выбираем направление. Плюс 20 совершенства. Получено за исследование технологий. По-моему, это выгодно. Давайте возьмем. Так, юнит ждет приказа. Новый Вавилон. Это же в такой жо мира нереальный. Да, да, да. Слушайте, надо бы сгонять и обновить модули экспедиции. Потому что если я найду какой-нибудь артефакт, я даже не смогу его исследовать. Выбрать проект. Черт возьми, уже поселение. А, извините, какие поселенцы. Торговые конвои. Я же не просто так строил эту всю фигню. Так, продолжаем лечиться. То мы что-то как-то не очень здоровы. 73 очка здоровья из 100. Это немного очень. Надо 100 из 100. Но виллидж was ever ruined by trade. О, давайте сотрудничать. Нас все любят сразу после старта игры. Это приятно. Ой-ой-ой-ой-ой. Любят ли нас вот эти вот хрени, я не уверен, честно говоря. И как тут вылезти, я тоже не очень понимаю. Мне кажется, здесь просто тупо тупик. Если вот эти хрени меня не пропустят, вот тогда я не знаю. Давайте пока встанем на ремонт. А я могу что-то делать с ксеномассой? Можно ее пробурить. Но надо изучить науку инопланетян. А где у нас наука инопланетян? Наука инопланетян. 44 хода. Ксеномасса. Ну окей. Нет так нет. Так, 93 из 100. Давайте уже двигаться куда-то. Так. Так. No village was ever ruined by trade. Открытые границы. Мы друг друга будем еще больше любить. Атаковать или не атаковать? Ну давайте попробуем. Ну, в принципе, неплохо. Главное, чтобы меня не убили следующим ходом. Итак, мы построили склад, и теперь у нас есть возможность хранить адекватное количество ресурсов. Вопрос в следующем. Что делать с излишками товарами? Отправить их на заводы или позволить торговцам их продать? Ресурсы пригодятся в производстве. Плюс один к производству от торговых складов. Ресурсы можно использовать. Давайте плюс один к производству. Бабки я потом нафармлю. К производству. Давайте построим генератор, раз нам так советуют. Прям, чувак, строй генераторы. Генераторы рулят. Новый Вавилон. И Церковь Зари. Скоро у нас будет выбор. О! Неплохо, неплохо, все, получили еще плюс 8 колбочек. Еще плюс 8 колбочек. Аккуратнее. Че за фигня? Простую задачу, такую, как навигация в космическом корабле, набирающем скорость света.
Окей. Выбрать исследование. Так, значит так. А что нам советник по науке-то предлагает? Советник по науке... Экологию. Давайте экологию. Так. Побежали. Следующий ход. Ой-ой-ой-ой-ой. Как неприятно. Ой, как неприятно. Ой, какие у меня проблемы. А я еще жив остался, между прочим. Это приятно. Это хорошо, что я жив остался. Я даже не знаю. Давайте-ка я здесь укреплюсь. Может, я переживу это все дело. Так, отсюда надо сваливать. Ага, хрен, я отсюда не свалю. Так, у меня крупные проблемы. Я сейчас могу потерять свой юнит. А, давайте-ка я его отремкую. У меня же это, так больше шансов будет, что я выживу. Выбрать проект. И второй торговый конвой. Так. Так, это долго я как-то иду. Ладно. В миазму встану. Итак, в Новый Вавилон я могу отправить свой конвой плюс 3 культуры. Плюс 3 культуры? Или в Мандиру могу отправить? Ну ладно, давайте в Новый Вавилон. Так, вот этого парнягу мы сюда загоним. И все. Ой-ой-ой, напали все-таки на меня. Ну это хорошо даже. Атакуем их издалека. Еще и грохнул их, да, целиком. 6 или 8 колбочек все-таки дали, да? Прекрасно. Так, исследователь у меня готов. Пусть тогда идет, исследует все. О, еще одни прибежали. Чего вы на меня так взъелись? Задания обновлены. Так, фигачим. Фигачим. Фигачим, фигачим. Так, этих парней в ремонт. Тут мы уже что-то построили. О, червяк. Чуваки. Убийство червей. Тра-ля-ля. В общем, надо как-то его грохнуть. Грохнуть червя будет непросто. Он очень жирный. Очень. Видите, набросились на меня инопланетяне, обиделись на что-то. И здесь, смотрите, все-таки решили меня грохнуть. Бдыщ. О, неприятность. Юнит уничтожили. Так. Бьем инопланетников. Давайте их, я не знаю... Они на ремонте же, да, стоят. Так, юнит ждет приказа. Давайте дороги уже начинать строить. Нам же куда-то надо города строить. То есть либо здесь где-то город надо построить, либо здесь, либо здесь, либо там. О, надо отводить, я чувствую. А это у нас гнездо инопланетян, да? Надо больше боевых юнитов, я чувствую. И в ремонт. Когда Кайот узнал, что он единственный представитель своего вида на новой планете, его вой разнесся от ущелья и до дальних холмов. Так... Значит так.
Давайте уже ракетный планетоход построим. По крайней мере, инопланетян будет легче уничтожать с дистанции. Так, ну и... чего нам теперь нужно? Давайте построим поселенца. Ну, давайте еще от одного морского пехотинца и поселенца. Все. Решено. Морских пехотинцев мало, не хватает. Все время, знаете, есть повод не строить, видите, поселенца. Как-то так получается. Вот, как только мы в колонию какую-нибудь эту посылаем свои торговые юниты, сразу же, видите, у нас отношения резко улучшаются с этой колонией. Это приятно. Но я думаю, что где-то здесь построить надо город. Так, следующий ход. Дорогу. Морские эти пехотинцы готовы, построены. Давайте пофармим город инопланетян. Решение. Ну, если мы одомашним местную фауну, мы просто продвинемся дальше к гармонии. Поскольку я играю за гармонию, как я уже сказал. Собственно, она у меня уже второго уровня. То, естественно, имеет смысл строить гармонию. Здесь можно всякие квесты брать. Вот, собственно говоря, эта кнопочка. Основать аванпост. Ну, как-то, не знаю... Ничего, по-моему, за их выполнение этих квестов не дают. Так что смысл квестов мне не очень понятен. Ну, тоже какой-то у них спутник здесь висит. От маразмов мы там получаем все время урончик. Ого-го-го-го. 25 единиц энергии, 60 единиц науки. Отлично. Следующий ход. Вообще, по идее, надо вот сюда сбегать и заброшенное поселение исследовать. Если его еще до сих пор никто не исследовал, конечно. Киагунган. Мы нашли станцию. Две культуры, две науки. Киагунган. Где он, Киагунган этот? Лучше бы они написали, где нашли. Вот я вот так вот это, двигая мышкой, ни хрена найти, конечно, не могу. Никакой Киагунган. Поехали убивать вот этих вот непонятных штук. Они дальнобойные юниты, поэтому они в рукопашную не очень хорошо сражаются. Этим надо пользоваться, конечно же. Вот. Следующий ход. Угу. Так. Я стою в миазме, и это не очень полезно для здоровья, скажем прямо. Давайте отступим немножко. Выберем направление развития. Один уровень совершенства бесплатно. Ну окей. Инженерные войска. Безопасность. Ля-ля-ля. 3 рубля. Производство зданий. Давайте покачаем какую-нибудь другую веточку. А, или мы здесь не можем уже ничего качать, да? Все. Совершенство это у нас чего? А, это гармония. Итак, мы сейчас достигнем, наверное, третьего уровня, и в миазме мы будем стерять на 5 единиц здоровья меньше. Вот, лучше, конечно, шестого уровня достигнуть, и тогда будет интереснее. Попробуй дотронуться до движущегося осадного червя. Это поможет тебе понять, как ничтожно человечество.
Так, выбрать перк. Бронетанк. При обходе с флангов, при нападении на укрепившиеся войска. Не знаю, даже все такое вкусное. Давайте на укрепившиеся войска. Канонир. Очки действия против обороны, против дальнобойных юнитов. Ну, я не понимаю, зачем очки здоровья улучшать ремонт. Мне это непонятно. Так. Так как я и думал, здесь пройти невозможно. Давайте в обход попробуем. Вот эти штуки меня будут, интересно, атаковать. Они меня все еще не любят. О, это кто такие? Бразильцы. Исследователи. Бразильские ученые тут бегают. Ой. Давайте подремонтируемся. Так, значит так. Итак, поселенец, наконец. Через 10 ходов я смогу уже начать планирование своего второго города. Давайте подремонтируемся тоже тут. Торговый конвой. Новый Вавилон. Поехали. Обнаружена станция. Дальняя база. Ну, действительно дальняя и малоинтересная с точки зрения бонусов. Юнит ждет приказа. Приказ будет один — строить дороги. Мне бы, конечно, больше устроило, если бы меня атаковали. Давайте укрепимся на всякий пожарный. Здесь немножко подремонтируемся. Еще один ход, и можно будет уже пытаться подставиться. Открытые границы. Прекрасно. Давайте дружить. Видите, развитие в игре занимает достаточно много времени. Особенно если так особо не спешить. То есть за час игры, что, второй город еще никак построить не могу. Все время есть что-то более важное. Важнее строительства второго города. Так. Я думаю, что надо нашего парнягу-то выводить из-под удара. Yes. Вот этих надо грохнуть, которые дальнобойные. А то они по мне начнут стрелять, и что я буду делать? Так, я даже не знаю, здесь, если я хочу здесь город построить, мне, наверное, здесь не нужно строить дорогу, я так подозреваю. Так что можно, наверное, обратно идти. Куда-нибудь, я не знаю, вот сюда вот пока что. Воу! Как напали. В принципе, я должен их убить. А убив, я смогу встать на ремонт. Юнит ждет приказа. Генераторы? Ну, давайте генераторы построим. Здесь уже надо, я думаю, планировать второй свой город. То есть, если первый будет здесь, то второй где-то здесь должен быть, наверное. Задания обновлены. Итак, какое решение на этот раз? После открытия нашей клиники население колонии разделилось по идеологическим взглядам. Военные и гражданские специалисты
Ну, в общем, что хотят-то? Предоставить обслуживание военным специалистам, плюс 1, плюс 15 к очкам самообороны города, предоставить обслуживание гражданским специалистам, плюс 1 здоровье от клиник. Естественно, плюс 1 здоровье от клиник. Я вам могу сказать, что здоровье тут настолько много влияет на игру, и оно настолько в дефиците, что бы вам ни предлагали, если вам предлагают плюс 1 к здоровью, надо брать. Это так, совет по игре. Поэтому берем плюс 1 здоровье от клиник. Итак... Далее. Ну, встаем на ремонт, фигли. Мы тут немножко при смерти. С двух сторон, видите, я поджимаю. Следующий ход. Я все хочу, чтобы они на меня там напали. Не хочу я сам на них нападать. Не имею такого желания. Так. Значит, так. Вот тут как все непросто. Далеко приходится идти. Минус 5 маразма. О! И теперь я могу строить свой второй город. Ну, а второй город, я думаю, я построю в следующей передаче. Ну, а на сегодня все. Не забудьте подписаться на канал, не забудьте поставить лайк. Всем спасибо за внимание и до новой, скорой, я надеюсь, встречи. Всем пока!